Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем, да, играть в гольф. Как бы это было неудивительно. Так, я вижу компьютер, давайте посмотрим, что там. Примечание номер 69. Люди должны знать правду отверстия. Чего? Правду о отверстии? Это типа обман зрения? Обмани меня раз. Здесь, наверное, за один удар, да? Ни хрена себе. Как это так? Типа нужно, понимаете, дождаться, как пока он доедет немного дальше. Но это типа обман. Это обман, блядь. Чем сложность, наверное, дождаться. Я со хлебом. Что заметьте, что буквы становятся больше и больше. Чем я дольше жду, тем оно уменьшается. Понимаете? Вот, допустим, я ушел и все. Оно сбрасывается. Я думаю, скорее всего, если я долго буду с ним говорить. Что по музыке у нас? Что-то ни хера нету. Ладно. Поехали в столовку. Глазунья. Но мы играем за хлеб. Есть такая игра. Ни хера ты. А если я сразу, смотрите. Не, да, сразу нельзя. Только, конечно, мимо сковородки, но все же. Сбей флаг. Мне бесит то, что оно зависает именно их не. Вау. Да, это об этом я и говорю. Короче, нужно, чтобы не было не красное. Так оно не долетает. Об что ты сломалась? О! Это нормально. Корона. Чё-то музыка включаться не хочет. Хлебушек. Что? Ничего. О, я бутылка? Water Bottle Challenge.
Игристо. За сколько? За 3. Поражение. Да-да. Water Bottle Challenge. Не выполнен. Выполнен. Сука, мухи тупые, как же вы меня бесите. Садятся на экрана, обсирают его. Твари. Ракеты из пузырьков. Подожди, там за какое-то количество... Чемпионище. Ну, здесь просто можно много раз... О, тихо. Пицца! О, предметик. Ладно, пойдем вниз. Выходим из буфета. Блин, Гуи, вернусь в начало, слушайте. Я хочу одну вещь проверить. Только мне нужно... Стой. Мне нужно еще как раз вот это на еду попытаюсь. Смотрите, здесь получается есть в каждом пасхалке. Даже, понимаете, не в самом этом, да? А вот здесь вот. Везде. К примеру. Рик и Морти, да, у нас там был? Здесь ничего, ничего. Потом нас, когда я вот через уже другую комнату, да, пошел, там была другая игра, довольно популярная даже игра, я бы сказал, Fortnite. Так, трубы, футбольный мяч. Вот, тут я еще не был. О, я в раздевалке не был. Я нашел мячик. Видите, как оказывается? Так, ладно, что у нас? 8... Ну, это понятно, что отсылка на Марио. Так, нет, нет, нет. Нет. Жалко, что компьютер не работает. Потом вот у нас как раз пошел тот самый космос. Здесь у нас пошла отсылка. Отсылка на Fortnite. Ну, не Fortnite, а этот. Я не вспомню, Рик и Морти или как игра называлась. Блин, мультсериал. Вот он. Как он, вот эта голова. Рисовка Рик и Морти. Футурама, кажется, Футурама. Когда, чтобы спасти город, типа, эти головы смотрели, как кто-то там танцует на сцене. Они танцевали, типа, танец жоп или что там. Потом весь мир начал танцевать, они посмеялись и улетели. Типа, кто не танцевал, они планету тех уничтожали. Что типа того. Что-то типа того. Ладненько. Давайте, ладно, до конца уже посмотрим. Хотя, ладно. Мне кажется, я заметил бы, если было бы. Если было бы, я заметил обязательно. Так, где там мой Fortnite? О,
Вот, типа, это автобус из Fortnite, из которого мы выпрыгиваем. Так, пятое. Ай, блядь, подождите, это пятое. Ладно. Поехали сюда. Что-то связ... Ух ты ж, ё-моё. Гольф от первого лица. Прикольно. А заметьте, что вот это движется так же, как и я. Только оси. X, Z, Y, Z. Так, напугайте птиц. Я что, думал, вас прятаться, птичка? Большая птичка. Если будет такое, то будет на самом деле прикольно. Довольно-довольно прикольно. Кити. Ну, типа за 4 удара можно сделать выстрел в голову. Сколько? Она бы сейчас меня сбила. Я бы угорнул. Ну и... Ай, котики! Ай, я потревожил кошака. На самом деле... А можно... Он все равно, видит, типа, очень далеко прыгает. Как так, китик? Кошатичок. Ага, хвост не считается. Вот это я проскользнул между лапок у кота. Ничего себе, у нас там даже пляжик есть. Так, тут все мусором закидали. Да-да, я о том же. А, я пока хлебушек не могу попасть, да, туда? Ладно, давайте сюда. Да ладно. Бум! Отличная игра. GG. Типа, good game. Типа, я должен был зацепить дерево, или что, типа того. В чем сложность? Хороший выстрел. Вот это вот, честно, прикольно. Так, могу я поиграть во что-то? Что это? Нет, нельзя, жаль. Ха. Гольф, примечание 72. Когда-нибудь мы все смеются в этом. Чего? Не врубился. Так, лабиринт из невидимых предметов. Как мне на пляжик попасть, вы мне скажите, пожалуйста. Или мне бананы нужны? Я там вижу то, что мне нужно. Попасть туда я не могу. Ладно. Погнали дальше.
освободим коняшек. Снайпер. Рэп. За какое-то количество? Чего, блин? Я понял. Это, знаете, может где-то там спрятан. Бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм. Ах, вы спрятались. Никто не устоит передо мной. И моей стрельбой. Не, вот это я на самом деле... Я не шарю. Может банки мне нужно загрязнить, типа, знаете, мусор сюда принести? Так, не только так. Ой, да это я буду пол жизни туда вести. Три удара нужно. А давай, сейчас будет пик, да? Рэп, да. Три удара. Не вижу сложности вообще. То есть от этого лица это, наверное, сбей флаг. О, нифига, где он? Даже так. Сейчас был момент, что я мог перелететь. И от этого немного усраться. Стоп-стоп. Ай-яй. Да тихо ты. Ой, бля, это... Нет, 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 нет. Изи. Ноль. Ноль понадобилось, понимаете? Ноль. Готово. Потрясающий. Так, корона получена. Отправляемся дальше. Не знаю, почему я молчу. Блин, я все равно сейчас после вот этого, да, сейчас выполним. И я сгоняю на пляж. Ага, их тут 4. Танцующие. Йоу-йоу-йоу. Так, поехали, проверим, что по пляжу. Я уже не хлеб, алло. Может мне наоборот, хотя... Как? Да нет, да, наверное. Я хлебом играл? Давайте хлебушком стану, можно? Спасибо.
Я думал сначала мячом, но мячом он тоже не хочет. Странно. Хотя бы туда как-то попасть можно, замечу. Вентиляцию тоже, знаете, попасть так втихаря нельзя. Ладно, погнали там, где... Ух ты ж, ё-мо. Ого. Только не забывайте то, что я хлебушек. А, да нет. Что-то показалось. Поехали. Ну, это отсылочка на... Мидбоя, да? Ну, типа, карта изображена как в мидбое. Дальше. Ладно, не успел. Сразу делаем так. Под углом, вниз, сюда, сюда. Вниз, туда, вверх. Готово. Запросто. Коронка. Ну это, знаете... Так. Три. У меня там мяч склеенный. Это нормально? У меня мяч склеенный был. Двойной мячик. Ой, слушайте, а если я туда попаду? А я не могу, да? И с чем это связано? Ладно. Пытаться что-то понять. Понял. Типа это земля, да? О нет. Рэп с попытками. А если я смогу? Ну да, могу. Слушайте, а в принципе, кое-что я сейчас сделать могу. Или не могу. Видите, как оно здесь работает? Хотя не, мяч же он не перелетит, так ведь? Получилось, в принципе. Здесь даже, наверное, на 1-2 удара лишних есть.
ты ж я моя. Чтобы я обрыгался? Мне кажется, да. О, бля. Ладно, здесь сложности не должно возникнуть. Сразу бьем. Просто бьем. Давай. Кати мяч. Головокружительно. Да, здесь может голова в какой-то степени закружиться. Так, у меня две развилки, в принципе. Что тут все равно, все-таки. Так, и наверх. Оп. Это что? Готово. Бац, бац, рэп. С попытками поехали. Может, мне нужно сначала отскочить от себя? То есть в плане, я имею в виду. Видите? Ну да, в принципе, угадал в какой-то степени. Нужно отскочить от себя. И когда мы туда подлетим. Видите, не получилось. Нужно максимальную скорость. Она не получилась. Да, вот так вот. Вот так вот. На корону. Я же коснулся, алло. Было сказано коснуться только. Он вообще повис в земле. Да, бахи какие-то есть, но они вообще никакие не такие уж нужные. Подожди. У меня здесь как бы еще два варианта, куда пойти. Я на самом деле не знаю. Мне сюда пойти нужно или туда все-таки пойти? Потому что туда наверх мне нужно по-любому. Ладно. Понимаю. Червячки они такие. Да.
повезло на последней секунде. Спидрунер я. Оу, щет. Ладно, тут... А он типа просто в землю сразу бьется. Не пройдено. Погнали, курочки. Это моя грудь. Да, я говорю, на пляже, скорее всего, тоже нужно было то взять. Как бы я на пляже взяла? Объясните ко мне. Давайте отсюда. Да, и сири у нас пошли довольно... Нифига себе. Паркур. Супер. Здесь у нас уже с элементами паркура пошло. Три надо, да? А, ну здесь, если быстро делать, не медлить, то все получается. Потрясающе. Ну, здесь логично было. Логично и несложно. Отлично и несложно. Мясо парень. Типа мясной парень. Ну я говорил, типа отсылка на него. Сколько? 5. Раз. Нет, ладно. Интересно, я же мог, да, по идее? Ладно. От мясной парень я, допустим, по стенке бежал просто, да и все. Здесь вышло. Дальше корона. Тот же уровень, скорее всего, с пилами. Ну да. Здесь два варианта. Здесь пройти вот так, тык-тык. Либо, который я сейчас выполняю. Самый простой. Ну, по крайней мере, я так считаю. Ладно. Я его считал самый легкий, типа наверх залезть и перепрыгнуть. Не сложно. За счет двух. Давайте 5 пил. Wow.
хрена ты полетел? Это ж не баклажан. И как раз на самом деле вот здесь вот сейчас был момент, когда он поскользил, да, туда? Поражение, в смысле? Я не зацепил. Он еле-еле там зацепил, алло. Ладно. Рэп. Плюс рэп. Ладненько сюда. А, в смысле? А вас не смутило, что их так как бы тут три? Раз, два и три нижние. Нет? Ладно. Ну да, я ж, наверное... Не могу до трех считать. Кровь здесь и нишни покажет в игре. Ах. Ух и ах. Наверное, за 10-12 можно пройти. Блин, нахуй я это сказал? Повторим. Я даже не уверен, что я смогу это пройти, не обосравшись. Уменьшить количество прыжков я не могу, да? Используем их. Ай-яй-яй. Ладно, раз, два. Понимаете, он даже... Я до платформы даже не могу допрыгнуть. Хорошо. Вышло хорошо. И на коронку. Сразу. Ой, здесь я даже не... Не знаю, сколько мне хватит. Что за бред? Бац. И я сдох. Бац. Бац. Сильно? Я умираю. Слабо? Не долетаю. Здесь, наверное, самое больше времени потрачу. Если я даже третью пилу пройти не могу. О, смог. Не смог. Ух, иди отсюда. Бац. Бац. Давайте быстро все делать. Бац. Бац.
Я понял тебя. Бац. И главное, понимаете, муха видит меня. И она сразу... Споймал тварину. Сдохни. И в помойку. Животное. Все, теперь можно играть почти со спокойной душой. Сюда, ладно, я могу запрыгнуть. А дальше как? Потому что я дальше не понимаю, куда мне прыгать. Серии были такие себе, теперь серии вообще пошли по 50 минут. Так, как бы запрыгнуть. Бачку. Ладно, давайте отсюда. Прыгнул. Дойти до второго этажа хотя бы как-то. А вот серьезно, что со вторым будет этажом? Там нужно будет вообще контролить вот эти длину прыжка, что я, конечно же, не умею делать. Ай, ладно. Да-да-да, покажите мне, где он коснулся. Мне очень интересно, на самом деле. И мне же интересно, как другие игроки будут проходить этот момент. Вот честно, очень интересно. Именно вот этот. С другими-то они, наверное, справятся, вот... Смотрите, первое это на травку нажать. Вот так, оп. Сюда. Дальше наверх. Ладно, поехали. Как я залазил? Почему так сложно? Почему так сложно? О!
попыток, если не соврать, где-то 30 мне пришлось потратить, чтобы дойти до сюда. Вот это первое испытание, которое действительно сложное, которое по-настоящему сложное. Это жопа. Яблоко. Ну это с Ньютоном, да, связано? Неужто? Ну давай. Привет, мяч. Я скучал по тебе. Поехали. А здесь в чем сложность? Все. Возвращайся скорее и поиграем. Он уже меня даже ждет. Ведь, заметьте, он даже не злится. Так, довольно крутые. А как мне вот действительно море переплыть это? Потому что... банка, еда... Что здесь у меня было? Только компьютер, да? Смотри, здесь вода. Я бы на самом деле, может быть, пиццу взял эту. И на пицце бы проехаться. Но ее взять нельзя. Может, мне нужно бананы взять и принести. Давайте я принесу туда бананы и продолжим. Мне решили банан не давать. Я зашел, блин, сюда нечаянно, мне все долилось. А как? Типа замаскироваться под этот, под банан не удается. Странно. В мусорку спрятаться тоже не удается никуда. Ладно, давайте, короче, на этом заканчивать с вами серию. У нас еще получается серия 5 выйдет. Если не 7. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.